Сегодня у нас будет максимально необычная пересадка. Мы будем пересаживать растения из больших горшков в маленькие. Обычно юки в магазинах продаются вот в таких тесных горшках, и это делается не просто так. Дело в том, что у юки, несмотря на массивный ствол, очень тонкая и совсем небольшая корневая система. Владелец этого растения ошибочно подумал, что этим стволам тесно в одном узком горшке и решил их рассадить. Но это опасно. В таком большом объеме земли есть риски перелить растение, и оно может загнить. Именно это мы и обнаружили, когда достали драцену из такого же большого горшка, который владелец привез вместе с юкой. При пересадке мы использовали обогащенный грунт для пальмы и юки. Вот из таких больших горшков мы растения пересадили вот в такие маленькие. И поверьте, друзья, нашему опыту, в этих горшках им будет намного комфортнее.